Счастливое и безопасное детство. В Аулекольском районе говорили о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Встреча с родительской общественностью инициирована районной прокуратурой и местными исполнительными органами. В центре внимания оказались такие вопросы, как половая неприкосновенность и буллинг. Подробности в следующем материале. Обеспечить детям безопасное и счастливое детство – одна из главных задач в обществе. И в первую очередь данная ответственность лежит на близких. Представители районной прокуратуры, психологи и педагоги разъясняют о важности доверительных отношений между ребенком и родителем, чтобы при возникновении проблемы он открыто мог поделиться ею. На территории Аулекольского района проходит обширное родительское собрание в рамках программы «Счастливое детство», которое проводится по инициативе прокуратуры Аулекольского района. Сегодня мы собрали родительскую общественность. В рамках на повестке дня стоят несколько вопросов. Основным вопросом является профилактика правонарушений, совершаемых в отношении как несовершеннолетних, так и непосредственно несовершеннолетними. Сегодня эта тема требует огласки. Вопросов, что поднимают на встрече, немало. Одна из основных – половая неприкосновенность. Нина Косюк – психолог со стажем. В ходе своего выступления она говорит о том, как порой беспечность и незаинтересованность родителей по отношению к своим чадам приводит к плачевным последствиям. Чтобы это предотвратить, необходимо выстраивать с ребенком открытый диалог. Родители, как никто, должны думать о своих детях, заботиться о своих детях, объяснять своим детям. Это должны делать не педагоги, не улица, да, а чаще всего улица, а если дает информацию, то она дает информацию совсем другого плана, чтобы ребенок пошел совсем в другую сторону. И только правильная, достоверная информация должна даваться, но она должна даваться иногда и самим родителям, когда... потому как родители не знают, о чем говорить с детьми, как говорить с детьми. И мы сейчас будем говорить о том, что надо говорить, что можно говорить. Алена Корнетова воспитывает двух дочерей. Благодаря данной встрече, говорит, узнала для себя много важного, поскольку вопросы воспитания детей никогда не теряют своей актуальности. Я когда-то работала классным руководителем, тоже мы проводили классные часы, тоже вот на тему разговаривали вот с детьми о том, что... уже как-то даже вот со среднего звена вот как-то аккуратно нужно, вот, мне кажется, немного эту тему приоткрывать, чтобы... Сейчас у нас дети, конечно же, много очень смотрят интернет, очень много чего видят, да, очень много чего есть в свободном доступе. Вот. Кто-то эту информацию может воспринять себе во благо, а кто-то во вред. То есть кто-то, например, посмотрел, подумал, ага, вот я предупрежден, значит вооружен. И я считаю, что родители должны это контролировать каким-то образом. Наряду с родителями к советам психологов прислушиваются и педагоги. Сама являюсь педагогом, матерью, руководителем учебного заведения, понимаю, что это мероприятие очень нужно. И прямо благодарна, что оно инициировано прокуратурой Аулекольского района совместно с отделом полиции и совместно со всеми учреждениями образования Аулекольского района. И родители, которые сегодня пришли на это мероприятие, я уверена, уйдут отсюда с большим багажом информации, который им пригодится в дальнейшем для работы со своими детьми. Особое внимание педагоги уделили тому, что детей необходимо приобщать к различным кружкам, раскрывать их потенциал и поддерживать во всех начинаниях. Алмажан Манкильдинова, Родион Бабич, телеканал «Костанай».